В Москве с поличным задержана банда угонщиков элитных иномарок. На счету банды угон дорогостоящего Мазерати М128 в январе этого года. Единственным свидетелем дерзкого преступления стал охранник автосервиса. Грабители, угрожая словами, связали мужчину. Помимо шикарного авто, преступники прихватили и другие вещи. Пластиковый, пластмассовый, с кодовым замком, там 007, еще я помню, кожа. Штыкеря, там управление, пультик, там электронный, короче. Деньги сейф, сейфы сняли. Вместе с сейфом и на прессе выдавили крышку. А сейф был вот здесь. А, маленький вот был закреплен на стене. И вырвано даже не правильно. Это все крепление было. А, они просто вырвали его, да? Они его вырвали, отнесли на гидравлический пресс потом. Он не пошел, разумеется. Тоже не хотите отвечать? Сюда, под лампочку к стенке вставай. Фамилия, отчество? Налиткин Максим Анатольевич. Год рождения? 11.11.87. В Москве давно? Недавно. С какой целью? С целью работать. Нашел работу? Нашел. Кем? На автосервисе работал. Кем? Автомехаником. Сейчас за что задержан? За машину, за угон машины. А кроме Мазерати еще что взяли? Деньги. Сколько? 110 тысяч. А где они были? В каком смысле где они? А, ну, в сейфе. В сейфе, да? А еще? И это, диагностический пульт. А зачем он вам нужен? Мне он лично был не нужен. Всем, кто пострадал от действий этих лиц, просьба позвонить по телефону 694-85-86 или 02.